На оползневых склонах закрепили два слоя металлической сетки. Крупная удерживает сам склон, а мелкая – верхний слой песка. Сетку держит более 5000 специальных 12-метровых анкеров. Их вбурили в склон и зацементировали. Такой способ берегоукрепления в Светлогорске применяют впервые. Но подобные проекты уже реализовывали на Черноморском побережье. Все материалы, которые применяют в работе, российские. А каждый из рабочих – профессиональный альпинист. Данный комплекс мероприятий был необходим для защиты вновь строящегося променада от оползней. То есть он позволит защитить будущий променад от оползневых явлений и, соответственно, сам объект и людей, которые будут по нему передвигаться. Променад у нас длиной будет 1400 метров. Окончание строительства – это конец 2018 года. Склон укрыли геоматом. Это рулонный водопроницаемый материал. Он предотвращает эрозийные процессы и улучшает дренаж. Укрепляя склон, рабочие не вырубили ни одного дерева. Скоро все это сооружение будет опрыскано гидросмесью из воды и семян и буквально через два месяца покроется зеленой травой.